Утро доброе, всем привет. Приехали в лес с Юлей забрать сок. Потихоньку собираем. Ну, погода была холодная, сока было мало. Плюс переставились уже один раз. В лесу хорошо, поют птицы. Сегодня погода отличная. С утра у нас плюс 9. Вечером был дождик. А сегодня хорошо. Вот так вот в лесу с утра. Время у нас начало 7-го. А, почему 7-го? 8-го? 8 час, да, начало 8-го. Так, куда он там переставит дальше? Ну, вот так вот в лесу хорошо с утра. Зайдем, покажу. Ну, вот это мы переставляли. Вот так вот. По две капельницы в березке замаскировали. Сдалека хорошо не видно. О, нифига себе, отлично. А, собираем, приезжаем раз в сутки по утрам. Так, держи. Вот так вот. Набежало за сутки. Второй нас поменьше переставлять не будем, сок не хватает. Ну и 4 капельницы на бутыль больше не надо. Процесс несложный. Маскировать обязательно. Как бы и солнца греть днем не будет, потому что у нас солнечная сторона, что сок погреет только и он испортится. Ну и плюс защита от людей. Люди у нас недобросовестные. Идем до второго бутыля. Вот наш второй бутыль. Издалека выглядит как муравейник. Не видать ничего. Этот изначально мы как поставили, бежит, о, надо переставлять тоже, бежит плохо, пока нормально. Сейчас секунду открою. С двух бутылочек, прекрасный бутылек у нас и будет, почти полный. Капает вроде хорошо, ну погоды еще не было, на улице прохладно. С капельницами ставить хорошо, березу, которую переставляли, вытаскиваешь, сухие веточки вставляешь, обламываешь, ничего не бежит, как бы дерево не ранишь. Ну и плюс забор сока минимальный, что-то с одной точки забираешь чуть-чуть совсем. Ну, все, маскируем дальше. Обратно все. Так, забираем листики. Ух. Ну, все, красота. С 50 метров и не увидишь, что тут есть, что нет. Вот. У нас получается 5 березок. С 5 березок за сутки вот столько сока. Можно брать гораздо больше, но нам столько не нужно. Ну все, друзья, всем здоровья, отличного дня. Всем пока.